Приемные детки в семье с точки зрения эзотерики. Есть тайная ложа, эта тайная ложа называется иллюминаты. В тайной ложе иллюминатов есть определенные знания. Одно из знаний заключается вот в чем. Если человек берет приемного ребенка и относится к этому ребенку лучше, чем к своим детям, и делает это искренне, то мир отвечает этому человеку популярностью. Именно поэтому такие люди, как, допустим, Брэд Питт и Анджелина Джоли, Алла Борисовна Пугачева с Максимом Галкиным, а у них не подходит, у них чужая мамочка выносила, да? У них там по-другому. Ну, одним словом, для чего это делают такие люди? Такие люди это делают, потому что, как сказал Достоевский, в основе любого альтруизма находится жажда наживы. Ну и как бы вот такое восприятие, может быть, не наживы, а может быть, знаний каких-либо помогает бездомным деткам или детям без родителей найти свою счастливую семью и выстроить жизнь. Поэтому приемные дети в эзотерике, по моему мнению, это хорошо. Константин, здесь еще нужно вот что сказать. Если к приемным детям относятся агрессивно, а не как к своим детям, если относятся хуже, чем друг к другу, то тогда дети несут карму родителей, а если их оставили, то она может быть не всегда хорошей. И эта карма, она переносится на тех родителей, которые усыновили этих детей. Именно поэтому я хочу вам сказать, если вы уже приняли ребенка, то относитесь к нему чрезвычайно хорошо. Прямо тепло-тепло, любовь, теплые отношения могут помочь этому человеку очистить ту карму, которая отягощена его в его жизни.